Безусловно, эти рекомендации, они носят очень профессиональный, глубокий характер. И, наверное, будет небольшое разочарование у тех, кто ожидает увидеть минус. Ни одного минуса в рекомендации нет. Ну, я думаю, что все равно в нашей жизни всегда есть к чему стремиться. И, безусловно, говорить сегодня о том, что у нас все идеально, когда мы только начинаем, но это неправильно, потому что все системы, они должны работать, они должны отлаживаться. И поэтому здесь вот как раз и звучит о том, что весьма насущным и даже первоочередным мероприятием является отладка, расширение и запуск эффективной системы хранительского мониторинга. Можно констатировать, что после отладки оборудования и решения небольших организационных вопросов музейный комплекс будет готов к тому, чтобы принимать выставочные проекты из крупнейших музеев России и Европы. Мы благодарны родителям за наше музейное дело, тем, кто содействовал приезду этой группы. Я думаю, если бы не наши болельщики, то навряд ли мы бы в таком составе смогли получить одновременно приезд такой экспертной группы. Мы понимаем, что нужно нам открывать и другие залы. То есть по мере того, как у нас будут готовы эти концепции, новые экспозиционные вот эти проекты, мы, естественно, будем сразу вас приглашать.